Дорогие друзья, шалом алейхем. Место, где человек находится, это от Всевышнего. Всевышний называется маком, место. Есть люди, которые всегда конфликтуют с места, где они находятся. Им не нравится. Они злятся. Они говорят, если я жил бы в другом месте, если мое место в обществе было в другом месте, в психологическом смысле, если я был бы в другом месте, у меня была жизнь намного лучше. Человек должен понимать, что место, где он находится, это Всевышний. Всевышний его туда посадил, он там присутствует вместе с ним, это называется маком. И он должен ценить это место, найти все, что хорошего есть в этом месте, и стараться радоваться и жить так, как надо жить. Он может планировать менять свое место. משנה מקום, משנה מזל иногда. Человек меняет место, меняется его мазл. Но пока он находится в этом месте, он должен ее ценить и знать, что Всевышний находится с ним вместе, насколько что маком, место, это название Всевышний. О том, что мы должны ценить, любить наше место, говорится в нашей главе недели ואתחנן. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим. Есть вопрос, что значит всем сердцем своим? Сифри говорит, пусть не будет сердце твое отдельным от вездесущего. И в этом смысл всем сердцем своим, что полностью любить Всевышний, надо любить место, где ты находишься, потому что место, маком, где человек находится, это есть Всевышний. Что везде было любви к Всевышний и признание, что это место, которое Бог тебе давал. И это очень-очень важно в нашей жизни, что мы всегда ценили место, где мы находимся. Наша миссия в жизни находится именно в этом месте. Физическое место, психологическое место, место в обществе, что мы никогда не говорили просто так, если я бы жил в другое место, было бы все по-другому. Можно планировать переезды для работы, для каких-то причин, но пока человек находится в месте, где он находится, каждый день он должен ценить и понимать, что любить Всевышний – это любить свое место, и тогда его жизнь будет по-настоящему благословленного и радостного. Зайд гизунт, а гутен шаббес.